Компания Blizzard, известная своей самой популярной в Минске стратегической игрой Warcraft, решила перенестись в космос к звездам. Так и появилась новая игра StarCraft, что в переводе на русский язык можно перевести как «звездное ремесло». Что такое «звездное ремесло»? Это война между тремя расами – Террейн, Зерг и Протосс. Соответственно, игра построена на трех эпизодах, когда игрок, он же геймер, может по порядку выбирать, на чьей стороне сражаться. Правда, пока он не закончит эпизод Террейн, других ему не видать как собственных ушей. Как вы уже догадались, Великая война разгорелась из-за последних истощившихся ресурсов. Обычное дело, в любой стратегии ресурсы – самый важный продукт. Когда расходуются ресурсы на своей собственной территории, то самое ближайшее место, где они еще сохранились, это за забором у соседа. Вот она, истинная причина любых современных войн – экономика. Это раньше в Средневековье воевали из-за улыбки прекрасной дамы, а сейчас – нефть, золото, минералы, газ Веспен и прочее весьма нужное для производства тех же самых боевых машин сырье. В звездном ремесле каждая последующая миссия отличается от предыдущей. То вам нужно развиться и собрать 150 кубометров газа Веспен или уничтожить всех в округе. То достать компьютерные диски секретной информации и попутно обеспечить безопасность какого-нибудь военного лидера. К сожалению, возможности выбора разнообразных юнитов из выделенной группы имеют некоторые ограничения. К примеру, выбрать более 10 юнитов в одну группу вам, к сожалению, удастся. Поэтому отправлять в атаку и командовать придется отдельными боевыми группами, а не беспорядочной многочисленной толпой, состоящей из автоматчиков, огнеметчиков, боевых машин и летающих призраков. Прекрасная графика, потрясающий звук, удивительный баланс сил в игре, более 50 миссий и многое другое не дадут вам спокойно спать. Но-но-но.